Приветики, мальчики! 8 марта выходит новый фильм, в котором одну из главных ролей играет Питер Динклэдж. Вообще, премьера фильма состоялась 2 года назад. Однако, в мировой прокат он выходит только сейчас. Сюжет этого фильма повествует о докторе, профессоре экономики из Гарварда, который стремится к мечте о собственном доме. В итоге его жизнь меняется, когда он получает предложение купить огромное имение за символическую цену от умирающей вдовы. Однако вскоре выясняется, что сделка имеет свои подводные камни. Давайте смотреть трейлер. Вертикал. Мне просто нужен дом, который я мог бы назвать своим. Это и есть американская мечта. 4 стены, клочок травы, место, в котором бы я мог писать. Что вы здесь делаете? Купите себе квартиру, как это делают разумные люди, у которых нет денег. А он хочет дом. 240 тысяч долларов с проживанием? Что это такое? В доме порядок. Он стоит каждого пения. Ее муж скончался много лет назад. У них никогда не было детей. Ты будешь жить там, пока она не сдохнет. А я потом получу дом. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Блин, птичку прогнал, стекло разбил. Хотите, помогу сделать воду холоднее? Вы Астрид? Вы не ушиблись? Я упал. Вы что-то сломали? Если вы что-то сломаете, вы за это будете платить. Приятно познакомиться. У нее есть дети. Это один из моих детей. Я поддам на вас в суд. Вы меня изматываете. Вы просто ангел, Фил. Я хочу почувствовать, как ты живешь. Я выселю тебя до конца недели. Как она его соблазнила, что ли, в итоге? Фига себе. У меня была череда плохих дней. А что, если она проживет еще 20 лет? Неужели вы желаете ей смерти? Только не завтра. Ты спас мне жизнь. О, нет. Каждый раз, когда я вижу свет, я вижу твое лицо. Только потому, что я стою над вами, подсвеченный сзади. Какой идиот купит дом при таких обстоятельствах? Вы что, плачете? Мне очень жаль. Отличный актерский состав и, судя по всему, отличный и очень интересный фильм, который, естественно, я буду смотреть. Даже есть некие комедийные моменты, ну и сама история, завязка очень интересная. Про профессора, который задешево покупает дом с приколами, так сказать, и по итогу оказывается, что он не совсем может владеть этим домом, и, судя по всему, ему приходится идти на хитрости, так сказать, соблазняя старушку, чтобы завладеть этим домом. Интересно, чем все это кончится. Фильм выходит 8 марта, тогда и узнаем. Это был Антивирус, спасибо тебе за твой прекрасный просмотр, подписывайся на мой прекрасный канал за новыми видео. Пока-пока и дергайте меня за мои прекрасные бока. Караваны с Асаином мчат среди пустыни. Солнце лучше полу, бездонную могилу. Он месит мелон слишком грубо свою глину. Мне это...